Добрый день, Винсант. Поздравляю вас с победой в предсезонном турнире. Хотя в некоторых моментах все-таки вам повезло. Да, футбол все-таки это спорт, и без везения нельзя, но я доволен своими парнями. Мы взяли первый трофей и не планируем на этом останавливаться. Очень уверенные слова, Винсант, но подскажите, все-таки у вас такие соперники в чемпионате, как Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси. Челси, извините, конечно. И неужели вы планируете взять трофеи и обыграть их? Ну, вообще, я реалист. Конечно, я понимаю, что чемпионат взять, это будет просто какое-то чудо, но я нацелен на кубок. Желаю вам, конечно, удачи. И еще один последний вопрос. Планируете ли вы как-то менять состав перед первым туром АПЛ? Или все-таки у вас уже есть сыгранность, ребятам вы доверяете, и в первом туре будет без сюрпризов? И да, ребятам я доверяю, так что больших сюрпризов в первом туре не будет. Что же, Винсант, спасибо за ваши ответы. С вами был неподражаемый Макс Финн с новой причесочкой, если вы заметили, и очками.